режу помидорчики, рыбку нарезала. Я вчера сказала, что у меня ножи тупые. Пишет одна мадама. Мужика у нее нет, чтобы наточить ножи. Мил моя. Мужик у меня есть. Мужик занят зарабатыванием денег. Знаешь, что такое, когда мужик зарабатывает денег? Нет? Сочувствую. А вот я знаю. И мой мужик точит ножи тогда, когда у него есть свободное время от зарабатывания больших денег для меня. Я же люблю тратить деньги. Вот он их зарабатывает. А, ничего страшного. Ножи тупые потерплю. Сейчас просто пилю этим ножом. Вспомнила эту мадаму. У нее еще такое имя странное. Не будем вдаваться в подробности. Помидорчики, как обычно, у меня обалденные, красные, сочные, вкусные, великолепные. Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения? Я и так все это видел. Веришь мне или нет? Точилки у меня есть. Точилками я ножи свои не гроблю, потому что у меня муж точит именно камнями. И я, кстати, в ТикТоке нельзя было выкладывать такое видео, а в Ютубе можно. Я вам покажу, как он точит. Там целая технология. У меня вот это вот штриканье, которое я могу сделать и я. Сейчас, друзья мои, разложусь. Он точит прямо вот прям этими камнями. У них разная фракция, по-разному они точатся. В общем, все здорово. Так, чего еще достану? О, макушки по-корейски достану. Почему нет-то? Почему нет? Я не очень даже да. Хочу морковки. Хлеб нужен? Хлеб нужен? Или не нужен? Непонятно. Давайте кусочек возьму. Все. Приятного аппетита, мои сладкие. Сейчас я буду завтракать, мои малюсенькие. Сейчас морковку открою. Оп, оп, есть. Ой, настоялась же она. Вкуснятина. Давайте. Приятного аппетита. Не знаю, кофе отодвинуть, рыбу пододвинуть или наоборот сделать. Вечно какие-то отношения выясняют. Запарили. Эти люди. И хейтеры уже запарили. Не могут жить спокойно. Жаль мне вас, мои сладкие. Обалденная. Просто обалденная. Это мой завтрак-обед, потому что я не завтракала, а время уже 12. Да. Еще одна тарелка мне не нужна, мне вот этой достаточно, это вообще-то моя порционная. Я хочу есть большой бади и делаю это с превеликим удовольствием в своей личной кухне, в своем личном доме. Так что можете не волноваться, все чудесно. Косточки. So, so important. Importancy. Все, что происходит на земле, в этом кто виноват? Вот воины, все. Люди. Причем не все. Только те, у кого в башку стукнула моча. Это такие же хейтеры.
Вот они жить спокойно не могут. Если где-то спокойствие, то у них зудит одно место. И они думают, срочно нужно навести срач. Вот из-за таких такое происходит. Какое именно, что именно сейчас я имею в виду, неважно. Я смотрю, но это неважно. Я в общем говорю. Морковка бомба. Если бы люди хотя бы чуть-чуть были добрее, хотя бы чуть-чуть друг другу были добрее, столько бед бы не было на нашей планете. У нас все, это не только Россия, это все, везде есть странные, которым спокойно не живется. Рыба огнище. С огурцом обожаю. Помидоры у меня супер. Вот сплошное наслаждение с утра. Просто красота. Класс. Надо было еще яичко сварить. Но я не сварила. Ничего страшного. О, такой вкусный. Ой. Ведь кто-то же придумал когда-то попробовать кофе сварить. Вот у вас никогда не возникало мысли, как? Как люди догадались помидоры, огурцы есть, там еще что-то, рыбу поймать? Это заложено. Инстинкты. Ну, а я думаю, что кофе и все прочее, это так. Да? Кто-то решился, попробовал и пошло-поехало. Молодцы, спасибо этим людям. Ну, тоже интересно. А как пищу придумали солить? Да, вот если бы мы не пробовали несоленую пищу, мы бы и не знали, как это вкусно с солью. Правильно? А сейчас вот ты ешь без соли, думаешь, а соль-то где? Интересно. Я иногда задумываюсь о таком. А что, понятно, что? Течение жизни, эволюции и все прочее, люди доперли до каких-то вещей. Просто интересно, как первый раз это случилось. Я прям кайфанула. Не знаю, огурцов, помидоров я голодным взглядом нарезала много. Прям взглядом. Я такие люблю, когда они не из холодильника, а эти из холодильника ледяные. Они сейчас у меня постоят на столе, нагреются. Я их съем. Буду заниматься домашней работой. Дойдет до них очередь. Я их съем.
Люблю вас, люди. И хороших, и плохих. Всех. Я всегда говорю, что у человека может быть плохое настроение. А человек может быть хорошим. Просто один раз он сказал, что это плохое. И понеслось. Или сделал что-то плохое. Вы думаете, что он все думают, что он плохой. А в глубине души-то он хороший, наверное. Да? Или нет? Ему обидно, что его все считают плохим. От этого он совершает еще хуже поступки. Мстит. Думает, а раз вы думаете обо мне плохо, значит терять уже нечего. Буду до последнего гнуть свою линию. Буду еще больше мудаком. Да? А так не надо. В окно смотрю. Так прохладно у меня с окна. Я смотрю, иду прям в шортах и в майке. Холодина. Мудаков так хватает. Которые не соображают, что они хорошие. В глубине души. А знаете, почему я уверена, что все хорошие? В глубине души. Больше людей такими делает жизнь. Детьми же они, когда бывают детьми, они же хорошие. Родились-то все хорошие. Сисю у мамы сосали. Жопу им мыли. Любили, целовали. Ну, не всех, конечно. Тоже я сейчас поразмыслила. Не всех. Но все равно что-то хорошее в жизни было. Вспоминайте почаще хорошее. Меня тоже кто-нибудь иногда бесит. Я думаю, ну ладно. Ничего страшного. Может, у человека не сложилось в жизни что-то. Он злится. И злится, глядя на меня. Извините, что я вас заставила злиться. Простите меня, пожалуйста. А что поделать? Пейте валерьяну. Все, я наделась. У меня же ветер. Я покажу. Окно открытое, на меня дует, я же прям подмерзла. А, все. Будем готовить еще сегодня какой-то десерт, еще пока не знаю какой.